Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. 400 комбайнов на полях республики. На еженедельном совещании Кабинета министров обсудили ход уборочных работ. Город юный и старинный. Чувашские праздники отметили сразу в двух муниципалитетах. В здоровом теле – здоровый дух. В день физкультурника в республике прошли массовые спортивные мероприятия. Сегодня в Чувашию прибыла представительная делегация Китайской Народной Республики из провинции Сычуань. Гости встретились с временно исполняющим обязанности главы Чувашии Михаилом Игнатьевым и председателем Кабинета министров Иваном Моториным. О чем шла речь на переговорах, мы расскажем вам завтра в нашей программе. К другим новостям. 400 комбайнов сейчас работают на полях республики. Главная задача – убрать и сохранить урожай. На еженедельном совещании у главы Чувашии сегодня обсуждали, как в республике идут уборочные работы. Были и другие вопросы. Министр сельского хозяйства Сергей Павлов рассказал, что в среднем в Чувашии убрано 26% уборочных площадей. Это выше, чем в Приволжском федеральном округе, но ниже, чем в целом по России. Во многих регионах отмечено снижение урожайности, кроме Башкирии, Мариэл и Чувашии. В нашей республике данные сравнивают по районам. Наибольший урожай зерновых, зернобобовых культур составляет это Маргаушский 25 центнеров, Урнарский 23,7 центнеров за гектара. Наименьший это 16 центнеров, это Шамуршинский и Урмарский районы. Но по Шамуршинскому, конечно, здесь объективная ситуация, то что все-таки засуха повлияла. Завершили уборку озимых культур, это Бадрицкий, Брестинский, Комсомольский, Шамуршинских районах. Продолжается уборка озимых зерновых культур где-то в 60 предприятиях республики. К уборке яровых зерновых приступили уже практически 150 сельхозорганизаций. Среднесуточный обмолот по республике из-за прошедших дождей прошлую неделю значительно снизился. Полный световой день и ночное время надо организовать работу. Все поля надо убрать. Не дай бог сорняк там уже зарастет и покроет зерновые. Картофель, по крайней мере, тот, который на полях, хозяйство должны потихонечку начинать убирать. В этом году урожайность картофеля выше так же, как и овощей. Но второй хлеб важно не только убрать, но и реализовать. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии отметил, что необходимо организовать сельхозярмарки, чтобы у жителей городов была возможность запастись необходимым. Не менее важно, чтобы запасы сделали все учреждения социального профиля. И, конечно же, продовольственный фонд Чувашии. Заготовленное зерно общей сложности поступило у нас 23 800 тонн. Из них продовольственный фонд Чувашской республики 1244 тонны. Зерно вот в период было сырое и необходимо было сушить. Расчеты как между хозяйств субъектами проводится на сегодня? На сегодняшний день задолженность сократилась у нас до 75 миллионов рублей. Оборотки есть, да, у них? Оборотки есть. Потому что хозяйцам уже надо деньги получать еще, чтобы за кредитами не обращаться в соответствующие коммерческие банки. За проданную продукцию они своевременно должны получить финансовые средства. Еще один вопрос, который обсуждали на совещании – обеспечение жильем социально незащищенных групп. С 2010 по 2014 годы 24 тысячи человек улучшили жилищные условия. Из бюджетов различных уровней на эти цели выделено более 3 миллиардов рублей. На обеспечение жильем молодых семей, а также молодых специалистов на селе предусмотрены средства в объеме более 449 миллионов рублей, за счет которых планируется оказать государственную поддержку 671 молодой семье. Необходимо отметить, что с 2011 года улучшили жилищные условия в целом 3249 молодых семей на сумму 1 миллиард 812 миллионов рублей. Продолжается работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. За 5 лет улучшили свои жилищные условия 5700 пожилых людей. Выделяются средства и на обеспечение жильем детей-сирот и многодетных семей. В 2015 году 115 миллионов. Планируется, что новоселье сыграет 117 детей-сирот. По вашей оценке, какие муниципалитеты могут там провалить? У нас, в принципе, Михаил Васильевич, как я уже доложил, реестр полностью составлен, контракты мы отслеживаем, уже определены
все многоквартирные дома, где будет приобретаться жилье. И в основном это жилье приобретается параллельно в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. То есть молодые семьи, многодетные, дети, сироты и переселение граждан. В тех муниципальных образованиях, где данная программа не работает, там, конечно же, или приобретается, или строится готовое жилье. В столице республики готовится к своему дню рождения. Запланирована большая праздничная программа. По традиции главные события пройдут на Красной площади. Ко дню города будут сданы несколько социальных объектов. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Школа Республики готовится к новому учебному году. В Абызовской школе Вурнарского района к возвращению учеников и к приему первоклассников все готово. Что нового ждет детей в этот раз, узнали наши корреспонденты. В селе Абызово грамоте обучают более 150 лет. В конце 80-х годов 20 века здесь построили новое здание. Почти 30 лет в спортивном зале не было ремонта. В прошлом году по государственной программе на замену окон, пола, спортивного инвентаря были выделены денежные средства. Проверку уроками физкультуры и подвижными играми на переменах зал прошел. В прошлом году нам обустроили новый спортзал. Это очень замечательно. Здесь теперь стало светло, комфортно и очень приятно играть. Особенных учеников после летних каникул ждет приятный сюрприз. В их школе по программе «Доступная среда» появились пандусы, оборудованные туалеты и современная сенсорная комната. Все ребята смогут оценить обновленную столовую. Закупили оборудование, мебель, провели текущий ремонт. Теперь дети будут питаться не только правильно и вкусно, но и чувствовать себя уютно. Те дети, которые посещают у нас школу во время летних каникул, они все восхищаются обновленной столовой. Будущих первоклассников ждет светлый и аккуратный класс, оснащенный ортопедической мебелью. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. В преддверии нового учебного года Национальное телевидение Чувашии начинает съемки нового телепроекта «Однажды в школе». Каждый желающий любого возраста может рассказать о своем самом ярком школьном воспоминании. Это может быть история об оценках, тетрадках, одноклассниках, учителях. Ваши рассказы будут транслироваться в эфире телеканала целый месяц. Съемка проекта состоится 12 августа в 40-й Чебоксарской школе с 11 часов и до вечера. Запись по телефону 64 10 55. Прошедшие выходные выдались щедрыми на праздничные даты. Сразу несколько муниципалитетов республики отметили Дни города. Один из именинников – Канаш. В этом году ему исполнилось 90 лет. Утро здорового человека начинается с зарядки. Праздничная суббота для жителей Канаша не стала исключением. День города в этом году совпал с днем физкультурника. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил всех, кто поддерживает здоровый образ жизни, и сообщил приятную новость для приверженцев спорта. По договоренности с руководством района, с депутатами, Николай Федорович Гаврилов просил, Герой России, почетный гражданин Чувашской Республики, чтобы мы выделили средства для того, чтобы реконструировать данный стадион с искусственным покрытием. Не пройдет даже несколько месяцев, вы получите новый современный стадион, как мы сделали в городе Чебоксары, в городе Шумерле, в Вибресьях и в ряде других муниципалитетов. Первыми участниками соревнований стали семьи. Многие решили проверить свои силы. Но удача приходит к тем, кто регулярно уделяет время спорту. Стараемся поддерживать себя в хорошей физической форме, чтобы было крепкое здоровье у нас, у детей, самое главное. И поэтому стараемся участвовать в таких спортивных соревнованиях. Трудовые коллективы в честь дня рождения города организовали массовое шествие по главной улице Канаша. Именно эти люди обеспечивают его стабильное развитие. В последние годы заработали несколько новых заводов, таких как «Дивилей», «Аурат СВ», «Спецвагон Деталь», «Канмаш ДСО». Глава администрации Людмила Иванова уверена, это только начало. И всем желаю удачного и успешного старта для достижения следующих результатов, побед, для того, чтобы город к очередному юбилею, к следующему юбилею стал еще краше, еще лучше. Город Канаш прошел прекрасный такой значимый экзамен на уровне правительства Российской Федерации, выиграл конкурс по программе
моногородов России и практически сотни и сотни миллионов рублей получите в этом году, в следующем году. Поменяется коммуникация, инфраструктура, благоустраиваться будут лучше дворовые территории, подъездные пути, оснащаться будут дворы спортивными площадками. Активным гражданам, которые внесли свой вклад в развитие малой родины, вручили медали и благодарственные письма. Наталья Никольская, к примеру, стала инициатором организации муниципальной управляющей компании. В этом году много дворов были приведены в порядок, окрашены, значит, детские площадки. Мы немножечко сейчас вот именно такую активную позицию приняли, что, по крайней мере, город наш был краше, лучше, и наши дворы процветали. Вот. А всех канарцев я поздравляю с днем города. Еще одним подарком городу в его 90-летие стал сертификат на 10 миллионов рублей на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного назначения. К своему 100-летнему юбилею Канаш может преобразиться до неузнаваемости. Праздничной эта суббота выдалась и в Шихазанах. Там в 463-й раз отметили День села. Сегодня к агропромышленному комплексу приковано пристальное внимание, отметил Михаил Игнатьев. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял болевые политические решения, и 6 августа текущего года вся та некачественная продукция, которая будет завозиться на рынок Российской Федерации, будет уничтожаться по всем тем принятым нормативно-правовым документам. Что мы должны сделать? Мы должны заполнять этот вакуум, этот рынок, чтобы на продовольственном рынке с точки зрения наличия продуктов питания не было дефицита. Вот я рассчитываю на вас, значит, на земледельцев, на селян, кто в свободное время занимается личным подсобным хозяйством. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. В день 90-летия в Канаше состоялось открытие сквера огнеборцев. Пожарная часть номер 15 десятки лет стоит на страже города. Поэтому местные жители идею спасателей поддержали с радостью. Из бюджета на его строительство было выделено более 800 тысяч рублей. Память о доблести и мужестве канашских пожарных отныне увековечена в сквере огнеборцев. Идея его создания принадлежит ветерану МЧС Василию Нягину и сотруднику Чувашского главка МЧС России Александру Бараматову. Не один год они и их сослуживцы отдали охране города от чрезвычайных происшествий. Благодарен всем тем ветеранам, которые воспитывали молодое поколение. Благодарен всем тем молодым сотрудникам пожарной службы, которые не боятся, приходят служить и нести соответствующую ответственность, выполняя прямые свои функциональные обязанности. Главной достопримечательностью сквера стал автомобиль «Урал». С его помощью были спасены сотни человеческих жизней. Теперь он на заслуженном отдыхе. А на смену ему пришла новая пожарная машина, ключи от которой временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев вручил огнеборцам. И этот автомобиль будет не менее геройским, чем тот, который сегодня мы видим в качестве памятника. Автомобилю с 84 года около 30 лет защищал покой граждан, участвовал в тушении многих крупных пожаров, в частности, на Канашской нефтебазе, в частности, на крупном пожаре, который произошел на станции «Мыслец». И, конечно, это символично, что он сегодня вот олицетворяет, наверное, доблесть пожарных, которые и показывает победу пожарных над тем врагом, с которым мы всегда боремся, над огнем. Борьба со стихией не всегда обходится без жертв. Минутой молчания почтили тех, кто отдал свою жизнь ради спасения других. Но сотрудники МЧС надеются, что сквер станет тихим уголком отдыха для горожан, символом спокойной жизни. Собственно, ради чего пожарные трудятся ежедневно. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. 8 августа День города отпраздновал также один из старейших городов Чувашии – Алатырь. Поздравить алатырцев приехал и временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. С
специалисты до сих пор не могут прийти к единому мнению, откуда взялось название города. Возможно, от слова «алтарь». В стародавние времена здесь существовало капище. Но не исключено, что сюда донеслись отголоски древних былин про бел горюч камень Алатырь с острова Буяна. В 1552 году Алатырь впервые был упомянут в описании третьего похода Ивана Грозного на Казань. По версии историков, царь с войском подошел к высокому берегу Суры в том месте, где в нее впадает река Алатырь, и приказал построить город рубленый и укрепить его по всем правилам тогдашнего крепостного искусства, назвав его по имени реки Алатырем. По мнению следователей, поселение здесь, конечно, существовало задолго до его упоминания в русских летописях. Однако именно с того времени началась история города Алатыря как русского военного, культурного и религиозного форпоста на восточных границах русского государства. В городе сохранилось огромное количество памятников архитектуры. Около сотни зданий представляют культурную и историческую ценность. Чтобы древний город нормально функционировал в 21 веке, в Алатырь за 5 лет инвестировано более 4 миллиардов рублей. Мы строили и будем строить в городе Алатырь новые современные объекты, создавать рабочие места, развивая конкурентную среду для ведения предпринимательского дела. Открывались новые предприятия и будут открываться. Да здравствует город Алатырь! Слава горожанам города Алатыря! Господдержка направлена на развитие инфраструктуры, благоустройство, решение жилищных проблем, ремонт и реконструкцию социальных объектов. Отдельная статья помощи связана с занятостью населения. Алатырь сегодня – это город, в котором сочетается экономический потенциал, уникальность географического положения, историческое своеобразие, традиции и культура. По итогам первого полугодия текущего года 10 из 12 предприятий города обеспечили прирост объемов отгруженных товаров. В 2014 году был построен новый детский сад на 240 мест. С его открытием в городе решена проблема очередности в дошкольные учреждения. Алатырь стал вторым в республике городом участником российской программы поддержки моногородов. В 2011-м из федерального бюджета город получил 176 миллионов рублей. Из республиканского – более 380 миллионов. За счет этих средств обновили сети воды и газоснабжения, канализацию, построили котельные. Главной площадкой праздника в день города стал стадион «Труд». Здесь алатырцам вручали награды за трудовые успехи. Михаил Игнатьев посетил алатырский Свято-Троицкий мужской монастырь, возложил цветы к могиле архимандрита Иеронима, который в течение долгих лет был наместником монастыря. А вот Чебоксары отметят День города в ближайшие выходные. Сейчас идет активная подготовка. Жителей и гостей столицы Чувашии ждет немало сюрпризов. Среди них мероприятия, которые уже стали традиционными, и те, которые пройдут впервые. Как и где можно отдохнуть в эти праздничные дни, узнаем из следующего материала. У чебоксарских школьников появилась уникальная возможность узнать об одной из самых крылатых профессий – профессии летчика. В этот четверг и пятницу в Чебоксарском аэроклубе пройдет фестиваль патриотов, где ребята научатся укладывать парашюты, посмотрят на боевые истребители и зададут вопросы пилотам группы «Стрижи». Мест для романтических прогулок стало больше. В парке 500-летия Чебоксар появилась лестница влюбленных. Торжественное открытие нового комплекса состоится в пятницу 14 августа. Также в этот день откроется новый детский сад в северо-западном районе Чебоксар и новая спортивная площадка. Для любителей активного отдыха на стадионе «Спартак» состоится кубок дружбы. А на левобережном пляже будет проходить фестиваль пляжных видов спорта. Подняться в небо на воздушном шаре, увидеть самые необычные детские коляски, прогуляться по Творческому бульвару можно будет в эти выходные. Чебоксарцев ожидает яркая и насыщенная программа. По традиции основные мероприятия пройдут на Красной площади. В этом году сюрпризом для горожан станет выступление группы «Звери». Завершатся массовые гуляния праздничным фейерверком. Празднование обещают яркое, с множеством мероприятий. Любителям вкусно покушать придется по душе конкурс «Лучшая уха» и «Лучший шашлык», а также конкурс на лучшего продавца. Гастрономическое торжество пройдет на Певческом поле 15 августа в 11 часов. В качестве участников зарегистрировались более 10 предприятий, претендующих на каждую из номинаций. Данный конкурс будет объявлен в целях совершенствования престижа данной профессии, потом, значит, для совершенствования профессионального мастерства работников предприятий розничной торговли и общественным питанием. И также, конечно, самое главное у нас – это повышение культуры обслуживания.
В залах художественного музея открылась выставка к 125-летию народного художника Чувашии Моисея Спиридонова. В состав экспозиции вошли живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства. На выставке побывали и наши корреспонденты. В мир чувашской культуры живописец вошел как зачинатель национального изобразительного искусства. Представленные на выставке тематические картины, портреты, пейзажи со всей полнотой характеризуют многогранное творчество Моисея Спиридонова. Они свидетельствуют о высоком профессионализме художника, а в них нашли отражение образа людей и природы родной Чувашии. Поскольку они были первооткрыватели, и на их произведениях мы учимся сейчас традициям и любви к реалистическому искусству. Моисей Спиридонович – уроженец Янтиковского района, учился в Казанском художественном училище, а в 1918 году закончил Академию художеств в Петербурге. С его именем связано и развитие профессионального изобразительного искусства республики. Особую ценность на выставке представляет его картина «Ударная бригада бетонщиков на строительстве». Художник жил среди строителей непосредственно, общался с ними, делал очень множество зарисовок, рисунков дополнительных к этой картине, а после совершения большого полотна он устроил в клубе строителей вагоноремонтного завода большую выставку. Органичной частью выставки стали также портреты самого художника, созданные Кипарисовым, Лобановым, Арсеновой, дающие представление о восприятии образа мастера и его современниками. Коллеги и друзья Моисея Спиридонова отмечают, что он был добрейшей души человек. Хотя не являлся членом Компартии, с его мнением всегда считалось правительство. Этим художник и пользовался во благо развития искусства Чувашии. Время рождало гениев. Одним из таких гениев был Моисей Спиридонов, человек возрожденческого типа. Это человек, который прославил нашу чувашскую нацию, так сказать, в мировом масштабе. Познакомиться с выставкой можно будет до 3 сентября. Мария Леончик, Александр Петров, Республика. В прошедшие выходные в республике прошло множество физкультурно-спортивных мероприятий. 8 августа вся страна праздновала День физкультурника. Как прошел праздник спорта в Чебоксарах, в нашем следующем сюжете. Спортсмены и любители спорта вновь встретились на Олимпийском. В этот раз поводом послужил их профессиональный праздник. На стадионе одновременно развернули 7 площадок для занятий спортом. В этот день в 79 городах страны стартовали всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». В Чувашии побороться за звание победителя решили 318 команд. Не остались без внимания и спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Они показали свои возможности в фигурном вождении на колясках и в игре дартс. Как втянулись, вот все время здесь, сюда охота. Вот мне как объявили 5 дней назад, вот так каждый день ждал, пока когда настанет 8 августа. Пришла с бодрым настроением. Ну, хотелось, конечно, какое-нибудь призовое место занять. 3-е место все-таки заняла. Ну, а настроение отличное. В честь Дня физкультурника мне бы хотелось поздравить всех профессиональных спортсменов, физкультурников, любителей и тех, кто начинает. Всех, чтобы у них все шло удачно, помогало здоровью. Состоялись турниры для любителей шахмат и пляжного волейбола. Но особое внимание зрителей привлек футбольный матч. Соперниками стали представители Министерства спорта Чувашии и Управления физкультуры городской администрации. Сегодня мы предложили Управлению спорта города Чебоксары футбол. Игра, конечно, удается не так просто, потому что не каждый раз приходится тренироваться. Но, тем не менее, навык есть, игра получается. Но надеемся, что итог матча будет дружеский. Всех хочу поздравить Всероссийским днем физкультурника. В нашей стране нет, наверное, жителя, кто бы не был причастен к физкультуре, к спорту, потому что в честь победы спортсменов играется гимн, поднимается авторитет страны. Поэтому, наверное, это один из лучших таких светлых праздников, который отмечается на территории Российской Федерации. Матч по мини-футболу завершился в пользу команды столичной мэрии. Счет 3-1. Тут же решили, что такой матч будет проводиться ежегодно. В День физкультурника спортивные объекты были доступны для всех любителей здорового образа жизни. Занятие по душе мог найти каждый. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаметов, Республика. Завершением Дня физкультурника стал ночной велопробег «Крути педали вместе с нами». В массовом заезде приняли участие более 500 велосипедистов. К ним присоединились и наши корреспонденты.
Участники велоночи стартовали с площади Республики, затем поднялись к проспекту Ленина, проехались по улицам Гагарина и Калинина и вернулись к столичной администрации. Общая протяженность маршрута составила более 6 километров. Мы велопробеги проводим часто, но вот чтобы ночью, еще по центральным улицам города, это, конечно, проводится впервые. Участники соревновались между собой не только в скорости, но и в креативности. Особым вниманием пользовались велосипеды с оригинальной подсветкой. На старт были приглашены и активисты клуба велотуризма «Солнце на спицах». Они рассказали чебоксарцам о правилах безопасности на дороге, а потом возглавили колонну велосипедистов. Я привык к здоровому образу жизни, физкультуре и спорту мне очень дорого, самое, очень люблю легкую атлетику и велоспорт, остальные понемножку. Велопробег сопровождала громкая музыка и голоса ведущих. За колоннами с интересом наблюдали пешеходы, им сигналили автомобилисты. Очень важно вести здоровый образ жизни, потому что я сама врач и знаю об этом не понаслышке. А велосипед очень помогает здоровью, сердцу и всему остальному. Глава города Леонид Черкесов отметил, что накануне Дня Республики в Чебоксарах появилась велодорожка длиной 7,5 километров, обустроенная по всем правилам. И с каждым годом их будет больше. Мария Леончик, Расиль Мухаметов, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я, Галина Титарчук, с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.